поздравлять ученика или учителя с началом учебного года, все равно, что поздравлять лошадь с днем началом полевых работ. У меня компьютер сам выключается. Что делать? У тебя системный блок внизу стоит? Да. Поменяй носки, он сознание теряет. Напрасно мы с тобой были против того, чтобы дочь делала пирсинг. С тех пор, как она вдела в себя в нос кольцо, стало гораздо удобнее поднимать ее в школу. Я несколько дней подряд втирала в лицо крем от морщин. Скажите, как теперь мне избавиться от мозолей на руках? Только очень мужественные люди выбирают себе профессию учителя, потому что они потом всю жизнь должны ходить в школу. Смотри, смотри, возле нашего дома нищий сидит. Иди, прогони его. Почему? Я вчера вынесла ему поесть, а вчера он мне принес книгу, как научиться вкусно готовить. У родителей разные взгляды на воспитание ребенка. Мать ругает дочь за то, что она кидается камнями. Отец ругает за то, что она не попадает в цель. Петруха, почему ты опять опоздал? Так ведь пробка, еле бутылку открыл. Женат 5 лет. Но при этом жена при каждой ссоре удаляет меня из друзей. Мужчины хитрые, написали песню. Я назову тебя Золенькой, только ты раньше вставай. Я назову тебя Солнышком, только везде успевай. Нет бы придумать, я назову тебя Кошечкой, только ты больше лежи. Я назову Черепашкою, ты никуда не спеши. Мужик пошел в магазин и спрашивает продавца виноградов: а можно попробовать виноград? Продавец говорит: попробуй. Он выбирает самый большой кист и говорит: дома попробую. Подписываемся.